А в селе Казачок сегодня перезахоронили останки 25 красноармейцев, освобождавших наш край. В региональной экспедиции по поиску места погребения участвовали поисковики Старого Оскола, Белгорода, Губкина и Ивнянского района. Люди получили ранения в ходе боев, попали в госпиталь, и в госпитале они скончались. Мы нашли останки двух бойцов, у которых была проведена трепанация черепа. По какой-то причине была скрыта верхняя часть, свод черепа. Я был удивлен, что такие операции проводились в то время. Зимой 43-го погибших воинов местные жители похоронили в общей госпитальной могиле. Ни креста, ни указателя не поставили. В 50-е годы имена солдат сумели восстановить и высекли их на плитах сельского памятника. Но разыскать и эксгумировать останки 25 воинов удалось лишь спустя 80 лет.